покажи свою волыну и кидаю еще 10 миллионов. Миллион! Миллион! Покажи свою волыну, кидаю 10 миллионов. Волыну типа Джуджун показать мне. Реально типа голый. Он готов. За 10 миллионов я готов. Ладно. Он реально покажет! Я надеюсь, ты меня не обманешь, брат. Походу, пранк зашел слишком далеко. Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе! И прямо сегодня я кину моему другу ТикТаку 1 миллион рублей. Но есть один небольшой нюанс, то что это будет фейковый донат! Прямо сегодня, ребята, будет нереально смешное видео, потому прямо с начала данного ролика прожми лайкусик, подпишись на мой канал и напиши любой хороший комментарий. Ох, ребята, сейчас мы затроллим этого пинча волосатого! Ну что же, вперед заходить на его donation alerts и отправлять ему первый фейковый донат. Ребята, мой ник Давид, кидаем 5000 рублей, это первый донат, и пишем: «Перебред». Ну также все школьники здороваются. «Я богач, поклоняйся мне». Интересно, какая у него будет реакция. Погнали кидать. Смотрите на эту малышечку, танцует там, отжигает. Тра-та-та, Давид кидает тебе 5к рублей. Тра-та-та, тра-та-та. Ждем приход донатика. Ой-ой-ой, ребят, как это полезно называется? Мама дорогая. Питак! Брат, поклоняйся мне, слышишь? Ты кого, кому поклоняйся? Ты что несешь? Братик, мне! 5000 рублей поклоняться тебе! На! Поклоняйся! А, вот так? Поклоняйся, брат! Ой-ой-ой-ой-ой, зря это он так! Поклоняйся, родной! Поклоняйся! Ой, ребята, он не знает, что же его ждет, да? То есть он решил вот так вот обидеть Давида и показать ему пятую точку. Дорогулечка ты моя, прямо сейчас жди донат номер 2. Ну, то есть, как я понимаю, 5000 рублей для него слишком мало. А что, если мы ему закинем 10 тысяч? Да ему хоть миллиард закинут, но все будет немножко попозже. Ха-ха-ха. Кидаем ему 10. А, поехали. И сразу залетаем к нему на стрим и смотрим его реакцию. Быстрее, 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 быстрее. Вы сосу мани. А, я люблю грибы. Ой. Я сосу грибы. Дайте мне грибы. Здрава, булька, ты моя! Сесёточку! Поклоняйся! Братанчик. А ну-ка. Не братанчик, а хэштег братанчик. Я снимаю шляпу перед тобой, брат! Все в чате написали FBO! Ребят, просто представьте. Какие же будут плохие новости, когда он узнает, что это все пранк! Братик, спасибо. Мое тело важно. Обращайся, родной братик, пожалуйста. Я тебе отдал. А, в рот тоже дал. В рот дал? Это он про меня? Он мне сказал, что в рот дал? Ой, братик. За это придется тебя очень жестоко наказать. Так, мужики, кидаем мы следующий донатик. Тут будет «Поклонись мне быстро». Ха-ха. Так будет кланяться фейковым донатом. Кидаем же 15к. Нет, давайте 15к сильно палю, но мало ли он спалит. Кинем ему 10к. «Поклонись мне быстро». Давид, оп. 10-очка, дзынь. Сюда на базу. А, я люблю. Ура! Братишка! Давид! Брат, мое почтение, брат! Братанчик! F! Все написали Давиду, F! F! Все быстро написали Давиду! А поклон? Давид! Просто имбирь! Давид, ты кто такой? Давид, ты кто такой? Кстати, как новая вебка ТикТака? Давид, братик! Все в чате F написали Давиду, ты кто такой, алло? Что это такое, алло? Мне закинул только чтобы 25 косарей, алло, Давид! Это Давид, братик, это мне Давид. Мне плохо стало, пацаны, лайк поставили, бегом лайк поставили. Давид, а ты только в только в жизни донатишь или в стендофе тоже? А прикиньте, Давид, это разработчик. Блин, Давид, реально огромное тебе спасибо. Ох, ребят, ребят, ну я думаю, пришло время контента. Первые донаты были такие разогревочные, понимаете, да? А вот сейчас будут жесткие донаты. Погнали ему кидать. Порви футболку, подарю любой скин, Давид. Ну и давайте мы ему закинем там, ну, двадцаточку, двадцаточку. Раз, два, три. Пусть рвет футболку. Посмотрите, у него просто отлетела челюха. Дай мне футболку, говорит. Подарю любой скин. Любой скин? Я не верю. Нет, стоп. Видели, у него любой вылетела. Скин он, говорит, подарю мне. А вы порви футболку, подарю, да, любой брат, скин. Рви.
А вот этот сможешь мне подарить скин, пожалуйста, брат? Вот этот скин тоже сможешь подарить мне? Тихо! Я несу футболку! Тихо! Так, а что нам в чате пишут? Так, после, пока тебе так несет футболочку, что нам в чате пишут? Так, никто здесь не пишет, что ты Кент? F. Так, ребят, Найсик, никто вроде бы как меня даже не спалил. Это я пранкую ТикТака. Слушай, а что ты думал несет футболку? Давай, братик ты мой, маленький ты мой. Братик, жди! Да жду, брат, давай! Это! Футболка от Гуччи! Это футболка от Гуччи! Она стоит 100 тысяч! От Гуччи! Я ее порву! Она стоит 100 косарей! Нахрен! А! Я порву футболку от Гуччи! Вы видели, как его разводило? Я что-то не совсем понимаю! Мужик, где ты моя эмблема Гуччи? Говорит, футболка от Гуччи, но при этом это обычная красная футболка. Ах ты маленький врунишка, ребят. Ну я думаю, надо его за это проучить. Говорит, футболочка от Гуччи. Да это не Гуччи. Разве что Гуччи из базара. Вот сапанчик! Нужен топовый дроп, залетай на бул! Дропчик! Тем более, там же вышло обнова, добавили новую коллекцию кастиков, добавили новый ивент, добавили скибиди-обменник. Что это за скибиди-обменник? Рассказываю. Фармишь скибидишки, эти скибидишки меняешь на топовые скины совершенно бесплатно. И плюс ко всему этому сверху на башку, ты видишь два секретных слова. Ты их вводишь и забираешь свой приз совершенно бесплатно. Поэтому не теряй времени, все нужные ссылки находятся снизу. Ребята, ну что-то слишком долго он рвет свою эту несчастную футболку. Давайте, я ему пишу, я не кидала, давай рви свой секонд-хенд и выбирай скин. Я дам любой. По-любому, че выберет новый нож Стинг, Мимикрай. Отвечаю вам, все почины, кидаем донейт 40к. Главное не перепутать, не скинуть 400к. О, смотрите. 40 косарей! Это прикол. Я не кидала, давай рви свой секонд хенд и выбирай скин, я дам любой. Давай, братанчик, давай. Смотрите, есть сил порвать. Ой, блин, минус зуб. Надо надорвать, оно так не порвется, брат. Ай, слабак. А я рвал без всяких там надираний. Надрываний. О, нет, минус зубы. Тик-так молока шинил. Хэштег слабачок. Не рвется. Опа! Пошло добро по трубам. Смотрите, что у него происходит с футболкой. Тик-так на миньона похож. Она зовут Тик-так. Да ворви! Слышишь ты? Время не тяни, дорогулечки ты моя. Поехали, родной. Давид! Да я не рвется. Давид, стоп! Давид! 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 Мне кажется, Давида он запомнит надолго! Стрим завис, мужики! Ой-ой-ой! Ребят, YouTube с ним все хорошо. Это все актеры, все нормально, ему понравилось. А меня палит или нет, что это я? Как думаете? Это Кент! Вы че меня палите? Мужики! Майка Гуччи за 300 тысяч! Давид! За 300! Было 100, уже 300! Ладно, ребят, я думаю, надо этой малышечке кидать следующий донатик! 90 тысяч закинул мне сегодня нахрен! Давид, Стинг Мимикрай! Вот это вот, ты так уже скин выбрал, да? Прислать. Он же скин выбрал, ну, ребят, ну давайте, следующий донат! Я тебе могу дать этот скин, но надо кое-что сделать. Кое-что сделать из 40-ка! Ребята, хэштег плюс 40-ет. 40-етик? Залетел, дорогулечки ты моя. А ну-ка. О-о! Давид! Давид, братик, еще 40 косарей! Давид! Что он делает? Брат, успокойся. Давид, ты меня в жопу, брат! Ребят, мне страшно, что с ним? Как называется его болезнь? Я тебе могу дать этот скин, но надо кое-что сделать. Давид, ты что? Что сделать надо, Давид? Давай так, ладно. Если что-то адекватное, я согласен. Ну, конечно, адекватное. Тебе надо всего лишь дать в по... Ой, и взять в ро... Ой, сейчас придумаю что-то адекватное, ребят. Переживаю, Давид, надо, чтобы было что-то адекватное. Ну, давайте для начала дадим какое-то лайтовенькое задание. Если он так сильно хочет этот Стинг Мимикрай, пусть выполняет задание. Первое задание. Выбей Аркану с 15... О, миллион сундуков! Дзынь! 50к влетело, малышечки наши, ребят, влетело! Все, погнали, смотрим на его реакцию. Давид, брат!
Дайте мне 50 тысяч! Минус кресло! 50 косарей! Блин, ребята, сейчас жестко, если так что-то сломает, мне же придется ему деньги отдавать потом, когда я скажу, что это был пранк. Что он написал, Ардой? Задание: выбей Арканус 15 хамелеон сундуков. А, с 15 кассиков он хочет тебя. Брат. Без проблем. Родной, ну смотри, я куплю 15 штук прямо сейчас. Ради тебя я сделаю. Давай, ну сам, брат, понимаешь, это рандом. Может выпасть, а может нет. Это уже от разработчиков зависит, родной мой. Смотри. Братик, ну если тебе выпадет. Если тебе выпадет Аркана, я тебе дам лайтовое задание. Но если тебе так Аркана не выпадет, я ему дам сложное задание. Давайте смотреть, что же там и как выпадет нашему с вами тик-такимусу. Я купил 15 штук, без проблем. Поехали. Я эксперт по убиванию аркан. Ты был в нужной... По убиванию рарок, скажем. Давид, братишка, присаживайся. Ладно. О! Это что? Тик-так кто-то БП дал. Обалдеть. А мне что, на стримах никто не дает БП? Я тоже хочу, между прочим. А давайте ему кинем донат и напишу: это я тебе дал БП. Давайте ему кинем донат, и ему кто-то подарил уровень БП и купил БП. Давид, и напишу 5000 рублей, напишу. Эх, это я подарил. И кидаю 5000. Мне уровень купили, а не Battle Pass. Пацаны, ё-мо, я думал, мне уровень купили. Давид, это ты был или нет? Это Давид, походу. Это я подарил! Давид! Спасибо! Развели! Давид, ты лучший! Все в чате! Тик-так так радуется первому уровню. Но при этом я ему закинул 200к уже суммарно, прикиньте. Я вообще его не понимаю. Ладно, ребят, все, ждем, чтобы Тик-так начал открывать наконец-таки кассики. Да не надо мне, Давид, дари пацана! Давид, что ты творишь? Это не я ему задонатил, но думаю, что это Давид. Тик-так, давай уже открывайте кассики, ты уже надоел. Пау, пошла жара. Ой, ну наконец-то, ребята, первый кассик пошел. И Тик-таку, естественно, выпала рарка. Давид. А вы думали, что другое? Надеюсь, он не смотрит, пацаны, надеюсь, он не смотрит. Он сейчас откроет аркану. Да! Да! Давид! Так, давайте мы кинем донат, чтобы он не мухлевал. Если будешь мухлевать, дам в рот или заберу деньги. Ладно, брат, все. Не, все, бро, прости, брат, все. Братик, я почувствую. Давид, бро. Обнял, в рот дал. Как же он распереживался. Дам в рот и заберу деньги. Прости, все, Давид, извиняюсь. Давид, бро, прости, перепутал. Я больше не буду. Это шутка, брат. Начал сразу извиняться, хэштег слив. Слушайте, ну Настя, мне нравится. О, ура, второй кассик. Как же долго ждал. Видишь, одно и то же выпадает то же самое. О, смотри, ему донат закинули. Пэрэй Тик-так, пусть Давид подарит тебе дело в рейд. А подписчики реально верят, что Тик-таку закинули уже 200к почти. Ха-ха-ха-ха. Третья попытка. Ты видал, Давид? Это лай. Ну шо, ребята, давайте, короче, мы немножко ускорим все это открытие кассика, то Тик-так сильно тянет время. И я включусь сразу, как он что-то выбьет, или как он откроет все кассики. Поэтому, ребята, 5 minutes later! 2000 years later. Ну что же, ребята, и естественно, Тик-таку ничего не выпало. А давайте-ка мы сейчас дадим ему здание, что он открыл хелп-пак. И я ему задоню сейчас, ну давайте, допустим, 80к. Главное не перепутать, 80к. А, грибы сосуды. Братик, давай! 80 тысяч! Могу себе позволить! 80 тысяч! Но для меня это пыль, чисто возьми. Ты прикажешь, Давид! Следующее задание, открой стикер-пак. Брат, спасибо тебе огромное, дал шанс, Давидка дал шанс. Ну шо, ребята, вот Тик-Так и мы открывает Хэллоуин стикер-пак. Давай, рудники, открой. Да открывай уже. На, нажал, открыл. Не, ну это нормально. Он мискликнул. Поехали! Ура, ребят! Что выпало, и Тик-так все-таки с 10-й попытки открыл этот долбанный хелпак. Для вас это одна минута. А я, блин, прождал 20 минут, пока он его откроет. Поэтому, ребята, я сейчас хочу его хорошо проучить. Я еще его подготовил. Следующий донатик, в котором будет: давай танец гриба, и я дам миллион. Ой, ребят, кидайте так 500к. Прикиньте, как он будет рад. 500к! Донатик залетел. Да, не твой выполнил. Я даже открыл за 6 косарей. Люблю мани, а, грибы сосу мани, давай танец гриба и дам миллион. 500к! Миллиона!
Полмиллиона! У чела челюха отлетела. Подожди, что? Подожди, что? Полмиллиона он мне закинул! Ну пойдет, ребят, хэштег непогано! Полмиллиона закинул мне! Да, брат, бывают в жизни чудеса. Давид, ты прикалываешься? Полмиллиона нахрен! Давид, брат! Давай, Таня, сгребай, дам миллион. Брат, без проблем. Братишка, подожди, я сейчас музыку вырублю. Братишка, я даже подпевать буду. Я даже подпевать буду ради миллиона, родной. Я даже подпевать буду. Ну все, подождем наш танец. Самое смешное, ты так еще всем рассказываешь, что это не фейк-донат. А ему надо было просто зайти в другую вкладку. Пацаны, он даже не понял то, что я его троллю. Я даже петь буду, поехали. Я ему, значит, миллиард закидываю, он плачет. Уважаемый ТикТак, вы там совесть-то имеете в конце концов? Веселые такие. Или тут плачет от радости, ничего не понятно. Ну что же, ребята, а прямо сейчас будет тот самый донат, ради которого вы все сюда пришли. Скажите мне только одно. Вы готовы? Надеюсь, что да. Ребят, потому что прямо сейчас я закину ему 1 миллион рублей. Ну, естественно, фейковые. Покажи свою волыну и кидаю еще 10 миллионов. Блин, ребята, это очень жестко. Прямо сейчас ТикТак спалит своего жижуна. Кинул миллион. Кинул миллион. Кинул. 9. Через 30... Я люблю грибы. Миллион! 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 Мама дорогая... Блин, братан, мне стрёмно ему говорить, что это фейк. Наверное, я ему не буду говорить, что это фейк донаты. Пусть как-то сам узнает. Если что, он буду знать, что это был пранк только во время просмотра этого видеоролика. Это вот жестко. Покажи свою волыну, кидаю 10 миллионов. Волыну типа джуджун показать мне? Реально, типа голый? Показать голый джуджун за 10 миллионов? Брат, джуджуна. Хочешь, чтобы я пипирку показал? Брат, ее все равно будет не видно. Прям тут на стриме пипирку мне показать за 10 миллионов? Ребят, кидай еще 5к. Покажи джи-джун и дам 10 миллионов. Бам, кидай донат, смотрим. 1 700 000 нахрен. О. Покажи джи-джун. Джи-джун и дам 10 лямов. Джи-джун. Голый прям? Да! За 10 миллионов я готов. Ладно, окей. Он готов? За 10 миллионов я готов. Ладно. Он реально покажет! Я надеюсь, ты меня не обманешь, брат. Что? Я надеюсь, ты меня не обманешь. Что он делает? Я надеюсь, ты меня не обманешь. Не может быть. Походу, пранк зашел слишком далеко. Мужики, еще покажет. Короче, братва, давайте так. Если вам понравилось подобное видео, прямо сейчас прожмите лайк и подпишитесь на мой канал. Но если вы хотите увидеть продолжение, там, где будет джи-джун ТикТака, прямо сейчас приходите и подписывайтесь на мой телеграм-канал. Потому что именно там будет продолжение этого видео. Потому что на ютубе такое же лучше не показывать. Поэтому, ребята, с лайк, подписка. Жду всех в моем Т-канале, ссылка в описании. Всем удачи, всем пока-пока. Также подписывайтесь на мой Twitch, там будет сегодня стрим. Все, пацаны, всех обнял, ссылки снизу.